Города Югрыпа борются за статус самых бегающих. Жители округа приглашают на онлайн-соревнования. Акция «Добавь энергии родному городу» пройдет уже в эти выходные 2 и 3 сентября. Принять участие могут жители Когалыма, Нижневартовска, Нягани, Сургута и Урая. Чтобы помочь своему населенному пункту, нужно пробежать 3 километра и отметить результат в мини-приложении «Бег» в соцсети ВКонтакте. Чем больше участников, тем выше шанс на победу. Итоги конкурса объявят на Восточном экономическом форуме 2023.